Навигация по фотографиям. Жми и едь. Наверняка на ваших телефонах уже насобиралось очень много фотографий, присланные друзьями, которые вы сделали сами. И как их можно еще использовать? Аппликация YoGoGo, две версии существуют, бесплатная и платная, занимается именно этим. Запускаем одну из них. Загружаются фотографии, только те, которые находятся на самом телефоне. То, что хранится на этом телефоне, это фотографии, сделанные в Египте, в Израиле, возможно, в других странах. Например, мы хотим знать, что это за место. Одно нажатие, мы попадаем в полноэкранный режим, и нам сообщается, где это было сделано. Город Мицпе Рамон, Израиль, название улицы и практически 140 километров от места, где мы сейчас находимся. Одно касание фотографии, дополнительное меню, нажимаем на кнопку «Навигация», идет расчет и начинается навигация. Все, не нужно знать ни язык, не нужно знать правописание, точный адрес и тому подобное. Мы отменяем, можем сменить на один, в настройках мы можем сменить на любой другой удобный навигатор, то есть это или Maps, или Waze, Google Maps, Яндекс, например, Яндекс. Это же фотография, навигация, Яндекс нам рассчитывает все то же самое. Мы уже по пути. Go! Все. Дополнительный функционал программы. Нажимаем на все, то есть в данном окне показываются все фотографии, найденные на телефоне и в соответствии с выбранными папками. Мы хотим знать на расстоянии 10 километров, что еще есть возле нас. Только 5 мест. Это тоже отображается в счетчике фотографии, который тоже можно включить или выключить на ваше усмотрение. Где же делают такие красивые суши? Пожалуйста, вот вам адрес: Иерусалим, Дерех Газа, Израиль. От нас это находится в 6 километрах. Еще одно нажатие. Начинаем навигацию. Все. Все остальное, это нам уже известно. Закрываем. Возвращаемся. Мы хотим вернуться во все. Что еще можно сделать с помощью аппликации? К примеру, вы хотите ехать вот в это место. Отлично. Сейчас мы узнаем, где это. Это Иерусалим, Израиль, 6 километров от нас. Легкое касание, дополнительное меню. Мы хотим узнать, что еще находится поблизости к этому месту на расстоянии, к примеру, 30 километров. Отфильтрованы все фотографии и представлены только те, которые находятся в радиусе 30 километров от желанного нами места. Оно отображается в маленькой фотографии в левом верхнем углу и радиус расчета. Что мы видим? Мы видим еще другие места красивые. Например, выбираем и смотрим, что это. Иерусалим, Израиль. 3 километра от нас. Нажимаем, едем. Это нам уже известно, как это работает. Выключаем. Чтобы вернуться, мы нажимаем на фотографию, которая минимизирована. Нажимаем все. Сейчас отображается вся папка фотографий. И мы можем сделать фильтрацию любой другой. К примеру, следующее. Эйлат, Израиль, 252 километра от нас. Все то же самое поблизости. К примеру, 30 километров. Отлично. Мы можем попасть даже в Иорданию. Например, где это сделано? Израиль National Trail. Израиль. Красивенный парк. Пожалуйста. Навигация. Не нужно знать ни адресов, ни названий, ни языков. Let's go. Когда знаешь, все просто. Как еще мы можем настроить аппликацию? Понятно, что интерфейс мы можем выбрать английский, иврит, русский или арабский. Навигацию мы можем выбрать или с помощью Maps, Google Maps, Waze или Яндекс. На любом этапе работы с аппликацией мы можем выбрать любой из параметров программы, включая перечисленные, соответственно, поделиться с друзьями удобными нам способами о том, что мы используем навигацию по фотографиям, показывать расстояние текущего местоположения, может быть включено, выключено, единицы измерения, километры или мили, сортировать по странам или в алфавитном порядке. Алфавитный порядок
порядок считывается с имени фотографии. Фотографии могут быть использованы, как сделаны цифровыми аппаратами, соответственно, на фотографиях должна быть отметка GPS, так и фотографиями, использованы фотографии с помощью айфонов и андроидов и любых других телефонов, которые оставляют отметку GPS. Счетчик фотографии тоже может быть включен, отключен. Что такое счетчик? Это отображение фотографий, сколько всего на аппарате, со сколькью в данный момент мы работаем. Галереи. Это те фотографии, которые сгруппированы на самом телефоне. Посмотрим, где они хранятся здесь. На самом телефоне, айфоне. Они сгруппированы здесь. Этот порядок мы можем редактировать как нам угодно, называть как угодно. Это все будет читаться. Аппликации. Могут быть выбраны любые галереи, которые могут как включаться, так и выключаться. И без никаких проблем любое сочетание папок будет отображаться. Перезагружаются фотографии. И мы уже видим другое количество фотографий по отношению к существующим на самом аппарате. Фотографии с пикников, фонтаны. Как это определяется? Находится 150 километров от нас, 141 вернее. Улица без названия. Ну и туда мы тоже можем попасть. Идет расчет. Все, мы готовы. Поехали. Let's get started. Drive safe. Легко и просто, когда знаешь. Йо-го-го, жми и едь. Как посетить те места, которые вы видели в этом обзоре и не только? На сайте аппликации для примера выложено большое количество фотографий, сделанных в Израиле. Здесь же можно сгрузить и саму аппликацию. Выбираем раздел «Download» и скачиваем на компьютер предлагаемые фотографии. Переносим их в телефон. Теперь вы готовы для путешествия по Израилю, даже не зная языка и без постоянных вопросов. А где это находится? А как туда добраться? Навигация по фотографиям с YoGoGo – это ответы на вопросы. Все фотографии, сделанные вами или вашими друзьями в других странах, также успешно будут помогать вам путешествовать или перемещаться в нужные места с помощью аппликации YoGoGo. Все очень просто. Простых три шага. Запускаем аппликацию, выбираем фотографию и едем. Мне только осталось пожелать вам хороших путешествий.